Ребят, всем привет! К сожалению, я забыла камеру. Сегодня у нас воскресенье, и мы с подругой Ирой вырвались, приехали, знаете, куда? В наш второй лагерь Унамасан. То есть мы были сначала, когда прибыли в Германию, были в... Скажите, я вам скажу. Один лагерь, я даже не помню сейчас. Фридланд. Мы были во Фридланде, там пробыли пару дней, потом мы приехали в лагерь Унамасан. Вот. И здесь, в этом Унамасане, мы пробыли полгода. Сегодня приехала ко мне Иринка на кофе и говорит: а не хочешь проехаться к Унамасану? Я говорю: ну а почему бы нет, давай проедемся. Здесь, конечно, многое что поменялось. Если я найду фотографии, навряд ли, наверное, фотографии у меня сохранились. Ну, у меня есть фотографии такие, я, может, вам дома потом покажу. А сейчас покажу, где мы жили. Ой, какая я бледная сегодня. Ну, не смотрите на меня, сейчас покажу. Вон Иринка, она сейчас снимает для подруги своей, наверное, для мамы, потому что показать, что мы приехали. Вот в этом доме мы жили, получается, полгода. Здесь мы получили квартиру, как бы двухкомнатную. И вот на этой стене, правда, было все разрисовано. Такое здесь были кусты. Сейчас это все дома стоят пустые. Здесь уже живут как бы в других домах люди, а вот эти подготавливаются, наверное, для беженцев, я так думаю. Вот здесь мы оформляли документы в этом доме. А здесь были заселены те люди, которые проходили шпрах-курсы. Вот. Раньше я не думала, что у меня будет права и машина. Сейчас посмотрим. И покажу вам квартиру. Вот мы, получается, с Иринкой были с одного города, с Кустаная, да? Из поселка Затобольск тогда. И, значит, проживали мы вот в этом вот. Иринка попала на первый этаж, вот эти три окна. А мы попали вот в тот, те три окна на втором этаже. И в одном подъезде были, номер 6. И вот приехали посмотреть сейчас. А сейчас здесь, видите, написано «Кампус-хотель». Не знаю, что это будет здесь. А вот, кстати, в окне у Иринки на кухне. Раньше это кухня была Иры. Видно еще, смотрите, у нас такие вот стояли. Видите, сейчас приближу. Посуду мыли. Теплая вода, горячая вода и холодная шла вот с таких вот бойлеров. Вот. И получается, Вова и я вот проживали вот в тех трех окнах. Классно вернуться, да? Спустя 17 лет. 17 лет прошло, как мы. Да. И вот такая сейчас... Тут раньше так шумно были, все люди ходили на велосипедах. Вечером тут гости приезжали, у всех здесь парпляцы были полные. А сейчас пустота. Сейчас пройдемся немножко. Вот. Возле фонаря, да, вот. Тут лавки были раньше, да. И мы с Иринкой вот всегда сюда, да, заходили. Вот этот вот, получается, наш дом. Мы заходили вот сюда. Тут еще один какой-то фонарь стоял, не только один, мне кажется. Надо фотографии там будка, посмотреть. Там будка была, по-моему. Да, да. Где мы телефонировали, да? Нет? Да, звонили. Мы здесь будки стояли. Вот там впереди магазин Реви. И вот здесь, значит, Иринка, где-то фотография есть, 31 год, еще фотки делает, она на стол так раз облокотилась, ее фоткала. А вот здесь мы с Иринкой лежали, загорали, траве стелили вокруг, ну, как сзади дома, и белье вешали здесь стояли, тоже веревки натянутые были, и вешали. А вот здесь, я помню, в этом здании приходила, и мне спросили, сколько мне лет, и я на руке писала по русским, русскими буквами 24, и говорила «Фир унт цванцик». Короче, как робот, да. А сюда приезжала еще машина. И здесь как лавка была, продавали, там выставляли мы там курточки с Иринкой, ветровки покупали, помнишь? Нет. Еще ролики купили, нет? Не помню. Вот здесь вот было, да, машина приезжала. Ну, вот эти... А деревья вот эти так большие стоят, да. И вот получается, это мы сзади нашего дома вот сейчас находимся. Ну, вот раньше было все как-то больше, или мы маленькие были. Но, в принципе, мне было 24. Иринке 31, да? Да. Да, говорит. А теперь мы постарели. Нам уже 50 идет. Да, вот так вот. Ну да, много кустарников срезали, конечно, мало кустарников. А вон грибы, смотри, белые. Ой, какие грибы красивые. Мы с зонтами. Точно грибы. Поганочки, да? Да, подошли, точно грибы, смотрите. Осенний гриб. И вон еще есть. Да. Как время-то быстро летит. Раньше дома были серые, не такого цвета. Мне кажется, покрасили их. Было, людно было. Да, все бегали, русаки звонить по автоматам, блин. Было здорово. На великах катались. Да, а сейчас уже на велик нас не посадишь. Вот здесь вот получается, если прямо пойти направо, там русский магазин был раньше, но мы потом туда проедем, если что, на машине. А здесь мы оформляли вот страховую, там банковские карты, документы, что мы по прибытию.
Вот здесь сейчас мы идем к уточкам. Там раньше уточки были, хотим посмотреть. А вот здесь дом, где вот машины стоят чуть дальше. Прачечная была материнкой. Пакеты, да, грязные вещей. Таскали, короче, туда. Ну, потому что у нас не было стиралок же, да? Что-то, конечно, мы какие-то трусы, носки там еще стирали вручную, но так собирали и относили. Там женщина была, мы заходим всегда, она типа, алло, а мы, ага, там что-то ответим. Нет. А как прачечная вообще называлась, Ира? Вешера или нет? Ну, наверное, вышла. И мы так прям выговорить это не могли, так это смешно было. Но мы даже когда уезжали, мы ей чувств сказали, да, женщине? Да, мы попрощались, кстати. Да, мы с Иринкой пошли, мы с ней попрощались. Не помню, что-то мы ей конфеты давали, не давали, но сказали чувств. Вот так-то, да. Погода сегодня, конечно, нелетная уже начинается. Видите, лампы загораются. А у нас с Иринкой «Вспомни детство» называется. Ну, с одной стороны, сколько мы, ну, здесь было хорошо, но потом, когда на город отправили, было, конечно, уже плоховато немножко поначалу. Грустно, домой хотелось, вот это было плохо. Все было чужое, а сейчас все родное. Ну, так мы-то нашли. Но дело в том, что озеро-то это высохло, ручеек тут, блин, видно, как он это, и все заросли, мы кое-как его нашли. Всё. Да, тут все так заброшено стало. Здесь все были дорожки расчищены. Дорожки-то хорошие, смотрите. Плитка. Воды бедные, там 4 утки. Это же было до той воды, да? Вот до вот этого. До верха, да, да. Вот это все были деревья в воде и стояли. Уток много же было, да? Да, уток. Здесь еще канатная дорога где-то была, дети катались. Помню, я каталась на ней. Капец. А вот тут это не помню, Сыринка, этот домик. И дальше все, смотрите, какие дебри. Все изменилось, ну да, столько лет прошло. Столько лет, да, конечно. Все как в лесу, прям дремучим. Что, дальше туда пойдем? Не знаю, я боюсь. Пойдем тогда возвращаться. Через 17 лет опять приедем. Да. Если доживем. Только через 17 лет приедем, мне кажется, здесь уже, наверное, будет, я не знаю. Тут все, наверное, посносят, и ничего здесь уже, наверное, не останется. Здесь вот тоже парковочные места были, и они, ну, смотрю, сейчас заброшены, прям они... Ну, наверное, не нужны. Ну да, если люди будут жить в домах, там, в смысле, не переселенцы, не беженцы, да, то у них там будет парковка возле дома. А здесь кошмар. А, тут же тоже проезжали. Да, да, тут тоже разворачивались, там вот видите, сейчас все парковка вся заросшая тоже. Что-то... Лавочки, пару лавочек осталось, сейчас вам впереди покажу. А так вот, вот только лавочки, смотрите, как они в землю вошли уже. Ну. И все, а тут еще было. И вот тут где-то канатка проходила, сейчас все заросло, ничего, никакой канатки нету. В общем, идем к русскому магазину сейчас. В общем, подъехали к русскому магазину. Вот здесь была мясная лавка. Там мы фотографии делали на паспорт. Здесь висели таксофоны, мы звонили. А вот это был русский магазин. А сейчас он вообще переделали его по-другому. Ира там матрешку еще увидела. Да, вон русская матрешка. Вот, русская матрешка стоит. Посними ее. О, отсвечивается, да? Вот она, матрешка. Вот, в общем, таксофонов нет, здесь на заборе прям так в ряд были. Все стояли очередь, ждали позвонить. И также вот остановка и осталась. Мы всегда говорили, здесь типа российская зона с левой стороны, а правая, там, видите, дома уже были более немецкие, такие красивые. Вот туда ходили, любовались. Ну вот, дождь усилился, поедем мы домой. Вот так-то. Ребят, сегодня у нас вторник. Я вам засняла воскресенье, как мы были с моей подругой Ирой, ездили в лагерь во второй Луномарсом, где мы пребывали, да? И все, и больше ничего не снимала. Понедельник вчера я монтировала видео, потом мыла полы дома. Знаете почему? Потому что мы, либо мы с Витей, либо Марсель натерли пол. У нас же ламинат. Марсель ее купила шерстяные носки, да? И мне кажется, это либо шерстяные носки натерли, либо наши тапочки. Тапочки вот такие вот, они получаются как войлок. И что вы думаете? Кстати, сейчас я сниму, я с утра уже в патчах. Немножко для себя тоже время уделяю. Хотя я умылась, патчи нацепила, но не расчесывалась еще. Готовлю себе завтрак, так как Марсель уже накормила. И что хочу сказать, и пол вот реально, так, выключила, сейчас покажу, что готовлю,
Пол вот реально, знаете, скользкий-скользкий, если в носках проходишь. Даже Иринка вот у нас была, она была тоже в тапках, тоже таких же войлоковых. Я одни же взяла для гостей, а одни это для нас. Ну, чтобы ноги теплые были. Они теплые, классные, все, но я не могу понять теперь, что... Это что у меня? От патчи, что ли, такое? Ничего себе. Не могу понять, от чего пол, в общем, натерся. Ну, такой гладкий стал. Я вчера, короче, взяла горячую воду, прям горячую. Не так, что это прям аж руки засовываешь, тряпку полоскать, а руки красные были. Я вообще пол мою без всякого там добавления чего-то, да? То есть... Просто горячая вода и салфетка Greenway, знаете, да? Классно моется. Я думаю, может, я всю грязь поснимала, которая была столетней. Может, поэтому пол так катается. Не знаю. Ну, в общем, вчера помыла, вроде бы не так сильно уже скользко было. Что убиться можно, если в носках пройдешься. Вчера я просто стирку закидывала. Вчера я, в общем, ездила в магазин. В магазине ничего не взяла, кроме хлеба. Хлеба из своих любимых сухариков. Вот таких вот. Не сухариков, а хлебцы. Кукурузные. Я их люблю погрызть. А сейчас что готовлю? У нас были булочки уже старые. Я тостерный хлеб взяла. Марсель сегодня с тостером позавтракал. А я себе... Ну, я Марселя спросила, будешь яичко жареное? Он говорит, нет. Я себе, думаю, возьму и поджарю булочки с яйцом. Сейчас покажу. Утром такое еще могу покушать. Вечером, конечно, такое уже не буду кушать. Ну и булочки. Я сейчас просто смотрю... Получилось у меня 1,5 булочки, это мне много. Я, наверное, сейчас разделю половину сейчас, а половину, может, попозже. У меня оставались макароны с фаршем обжаренные. Я их переложила тоже в тарелочку. Сейчас надо будет мультиварку, чашу помыть. И, ну, наверное, тоже потом разогрею на сковородке. Люблю так, знаете, такой до зажаренки прям аж покушать. Сейчас позавтракаю, причешусь и пойду гладить. Вот. Сегодня, в принципе, думаю, с вами просто поболтаю, вот. И ничего такого у нас не происходит, каникулы, классно, отдыхаем действительно психологически, нету давления, никакие уроки, школы, хотя сегодня нам надо немножко поработать с английским, нам нужно слова выписать в специальную тетрадку, которую я вам показывала, покупала, да, для перевода слов английских. Марсель, кстати, последний тест написал на отлично, на 1, вообще здорово. Витя на работе, так что, а мы на домашнем хозяйстве. Не нашла другой крышки, взяла от кастрюли. Смотрите, она прицепилась. Вот такая у меня вкусняшка будет. Сейчас налью себе чайку. И, наверное, раз в половину, потому что, ну, это мне много будет очень. Хоть сковородочка маленькая, покажется, да, вот сковородка маленькая, самая маленькая по диаметру. И сейчас позавтракаю. Здесь у меня ждет посуда. И это помою я вручную все, да, так что пускай стоит. И все, ребят, сегодня Марсель хотел блинчики, чтобы я напекла. Не знаю, буду я печь, не буду. Если буду, конечно, вам покажу. Что-то меня понесло не на глажку, а на уборку. Не знаю, открыла я полочку, где ложки, все вот это вот, да, ну, как столовые принадлежности. И думаю, надо как-то это здесь все подразобрать, потому что что-то как-то тут сильно всего много. Не, оно все мне нужно, я всем абсолютно пользуюсь, но нужно просто разложить так и протереть, потому что уже смотрю, уже крошки какие-то, да. Вот, резиночки насобирала, да. Ну, оно надо, всегда что-то где-то что-то завязать, надо просто это как-то сейчас нормально организовать, да. Ну, вот насадки нужны. Да, крючочки от лекарства, боже. А вот сейчас что-то выкинется, оно мне срочно понадобится. Ладно, сейчас посмотрю, что можно сделать. А вот вилочка тоже, да? Вилочка, вот допустим, вот такие вилочки. Мы когда к бабушке ездили, вот в Баварию, да? Она нам давала, ну, как с собой в дорогу давала, допустим, там пельмешки отваривала. И Марселю такую вилочку ложила. Знаете, как удобно. Я вот тоже думаю, вдруг куда поедем, пригодится. Как говорится, в хозяйстве все пригодится, но, конечно, нужно с умом, и нужно будет сейчас мне здесь все попротирать и поразбирать, и посмотреть, что вперед, а что назад отложить, потому что здесь я уже протерла, и теперь займусь вот этой вот всей разборкой. Ребят, смотрите, вот это вот все идет на выброс. Я спрошу, может, Алине что-то надо будет, да, из этого, и если не надо, то выброшу. Мусора у меня, конечно, немножко. Смотрите, сколько я все вытряхнула. Но вот шприцы, не знаю, оставляла. Думаю, где-то что-то набрать, разбавить. Потом думаю, ах, знаете что?
приспособлюсь. Это вообще не знаю, от какого коктейля, когда что-то от ножа было еще. Это от чашечки такой. Ну, короче. Здесь такой сделал маленький органайзер. Здесь вот для конфет. Иногда вот, может быть, нужен будет. Знаете, здесь так конфетки вставляются и потом по одной вот так. Ну ладно, здесь такие мелочевки, которые я не помню, может где-то еще пригодится. Резинка какая-то, это, видать, от подножки какой-то. Здесь вот оттерки у меня, здесь отрывала от лекарств, которые мне помогали там для чего-то где-то. Здесь от мультиварки, не знаю, держалка еще не решила, нужна, не нужна. И, а в принципе нет, не нужна, выбрасываю. Мультиварка скоро сломается, блин, это держалка ли есть. Это от моей кофты, нужно кофту прицепить это к замку. Тоже не знаю откуда. В общем, семена. По-моему, как-то кто-то, я не помню, присылал, что ли, мне. Ну, знаете, вот воду заказываешь, там иногда вот что-то ложат, вот оттуда семена, в общем, оставила. Такой органайзер, вот у меня, знаете, это конфетки Роше. Я их вот под такие боксы организовала. Вдруг, что если понадобится, я здесь найду какие-то всякие зажимы. Пускай будет. В этот бокс я сложила такие крепления на пакеты, да. Что у меня получилось с полки. Все протерла, натерла, и все необходимое. Здесь все пластиковое. Такую крышечку сама протыкала, да, дырки делала, чтобы бисквиты сбрызгивать сиропом. Это насадки, вилочки. Ну, тут все такое пластиковое. Вот, это тоже у меня от контейнера туповаровского нужно. Это от марсельного контейнера застежка. Это пакетик для духовку тоже нужен. Резиночки всегда мне нужны, пользуюсь. Ну и здесь все оставила. Маленькая в эту сторону, побольше в ту. Сложила все необходимое. Своей лопаткой я любимую, как распрощаться не могу, она мне очень выручает иногда. Хоть она изогнутая, но всегда нужно. Поэтому здесь у меня чистота и порядок. А это нужно будет у Алины мне спросить. Мой синий мальчик, он сегодня полностью в синем, да? Даже носки у него синие, он сам себе подобрал, искал, представляете, синие носки. Но это у него сверху вот эти шерстяные я покупала. А майка у него еще синяя. Да, у него синяя майка, и он пошел себе носки искать, нашел, смотрите, синие носки. А сверху вот эти... Да подожди, не дергай. А, щекотно тебе? Вот эти вот, да, синие носки, а вот эти тапочки, которые я комнатные такие взяла, ну, носки-тапочки, скажем, вот эти, мне кажется, накатывают нам пол, потому что они шерстяные. Хотя, в принципе, ой, я ложку не отдала ребенку, принесла ему такой вот мильхрайс, хочет скушать. И пойдем сейчас на улицу, да? На улице погода хорошая. Синенький мальчик, ты мой синенький мальчик. И такую, это одел без рукавочку, он так нравится в этой без рукавочки. Я говорю, мам, я весь синий. Я говорю, да. Ну, что я успела сделать? Только в кухне прибралась, и меня понесло. Я, в общем, пылесос взяла, еще раз прошлась пылесосом. Залезла там, где картошка, лук. Там все перебрала, разобрала. В общем, короче, наступило время Золушки. Ну, пока дома такие уголки залазю, где редко обычно что-то сортируется. Сейчас нужно мусор будет взять, выбросить. Глашка, ладно, подождет. Сейчас как раз пойдем вниз, выбросить мусор нужно. И загрузить стиральную машинку. Пойдем мы тогда погуляем. Марселик там с другом строит домик. Если я не забуду, я для вас засниму. И там свои идеи. Вот, а потом уже после улицы придем тогда. И я займусь Глашкой. А вечером сделаю время так для себя. Надо Марселя отправить в душ. В четверг нужно сходить подстричься им с Витей. А мне вечером хочется маску. Хочется поваляться в ванной. Короче, устрою себе такой прикольный вечер отдыха. Все, ребят, будем на этом с вами тогда прощаться на сегодня. Сегодня не было такой большой кухни, никакой готовки. Все оставляем на потом. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Всех целуем, обнимаем. Хорошего времени суток.